Здравствуйте! Как всегда в это время мы рассказываем о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Канадакова. Крупнейшие торговые сети страны решили на 2 месяца заморозить цены на продукты. Последуют ли их, к примеру, торговцы Хакасии? Подужаться на 100 миллионов рублей. Чтобы сократить расходы на госзакупки, правительство республики создало новое учреждение. Приговор вынесен, но точку ставить рано. Осужденный бывший юрист налоговой Алексей Лебедев пытается оспорить вердикт суда. Хакасская баранина превращается в ягнятину. Один из самых амбициозных сельхозпроектов подошел к стадии проектирования завода. Каким он будет, расскажут гости нашей студии. В сутки по нему проезжают сотни автомобилистов. Символу дружбы двух братьев и двух регионов исполнилось 10 лет. Безработица все сильнее заявляет о себе в Хакасии. Вот некоторые данные, которые мы получили у Республиканской службы занятости. Итак, с начала года без работы осталось 1100 человек. Лишь меньше половины из них трудоустроено. Кто же из каких предприятий уволен или еще может быть уволен? Это ЗАО «Ачурское». Оно ликвидируется, и за пособием по безработице обратилось 30 бывших работников совхоза. Хакасский филиал «Ростелекома». Там под реорганизацию попало 44 человека. Угольная компания «СОЭК Хакасия» планирует в конце месяца сократить 30 человек. Эти данные Республиканскому комитету по занятости передали сами компании. И, как подчеркивают специалисты, пока неизвестно, все ли кадры будут уволены или часть все-таки перейдет на другие рабочие места. Из бюджетных учреждений самая крупная оптимизация ожидается в Аскисской центральной районной больнице. Под нее попадут 66 работников. Руководство учреждения также обещает не выбрасывать людей на улицу, а предоставить им другую работу. Коснулась оптимизация и федеральных силовых служб. Так, по данным Госкомзанятости, служба судебных приставов сокращается на 67 человек. Причем это не тот состав, который обеспечивает исполнение судебных решений, а работники из аппарата управления. Начались увольнения и в управлении наркоконтроля. А в МВД с 1 февраля перестали принимать на работу новых сотрудников, даже если в этом есть необходимость. Напомню, оптимизация инициирована на самом высшем уровне. Причем ведомствам предлагается на выбор либо урезать зарплаты и за счет этой экономии никого не увольнять, либо сокращать самих работников. Ситуация с ценами на продукты, похоже, сдвинулась с мертвой точки. Ряд крупнейших торговых сетей страны готовы на 2 месяца заморозить свои цены. Соответствующее письмо они направили в Федеральную антимонопольную службу. Некоторые местные ритейлеры заявляют, что также готовы рассмотреть этот вариант. Тем более, что больше игнорировать критику со стороны нельзя. Власти все активнее пытаются воздействовать на ценовую политику частного бизнеса. Елена Крылова разбиралась, а как эти тенденции отразились в Хакасии. Ну вот, пожалуйста, молоко 39,90, промо-набор 139,90. Актуальные ценники не просто дань моде, а тактика выживания. Один из самых популярных в столице Хакасии, гипермаркет «Поляна», быстро сориентировался в текущей экономической обстановке. Распродажи выходного дня, когда весь ассортимент продается на 15% дешевле. И другие акции соблазняют покупателя, говоря, дешевле уже не найти. Но законы рынка все равно, что закон сохранения энергии. Если одно подешевело, значит другое подорожало. Цены поставщиков, конечно, являются ключевым фактором. То есть «Поляна» сама, она не повышает цены, она их не, на свое усмотрение не пересматривает. Если происходит какой-то рост, то он, естественно, обусловлен ростом отпускной цены. Недавняя проверка прокуратуры показала, практически во всех торговых сетях Абакана продавцы накручивают от 30 до 60% от закупочной цены. Владельцев гипермаркетов единоразово оштрафовали, но прибыль от завышенных цен они получают ежедневно. Как и в других регионах, власти Хакасии просят ритейлеров вести адекватную ценовую политику, учитывающую интересы массового потребителя, чья зарплата совсем не поспевает за удорожанием продуктов. О результатах этих переговоров главе Хакасии доложили на последнем заседании правительства. Судя по докладу, у чиновников и бизнеса сложилось полное взаимопонимание. О чем договорились с крупными торговыми сетями? Должны иметь продажи товар со стоимостью ниже 10-15% от рыночной. Такой товар должен быть визуализирован в виде флаеров, ярких ценников и так далее. Минимальная торговая... Покажите это. Что? Можно будет это посмотреть? Да. Когда? Сегодня до конца дня представим.
На самом деле и без договоренностей с правительством в гипермаркетах давно уже устанавливают самую низкую цену на ряд товаров. Такова политика торговцев – привлекать покупателей скидками. Но когда Виктор Зимин лично приехал в гипермаркет «Аллея», там появилась специальная сотрудница за столиком. Готова пояснить, сколько у них стоят социально значимые продукты. Глава региона обошел магазин и, пользуясь случаем, решил продвинуть интересы местных производителей. Нам очень важно, чтобы та продукция, которая выпускается в республике, имела минимальную наценку. Я не думаю, что в вашем ассортименте это глобальный рынок. Не глобальный, да? Но очень важный. Очень важный, да. Это правильно. Потому что покупать мы бы готовы это доверие. Были рассмотреть ваше встречное предложение. Да, Виктор Михайлович, мы готовы рассмотреть минимальную наценку на всю продукцию, которая производится в республике. Впрочем, любого рода контроль скорее условен, чем реален. Закон таков, что государство отдало цены полностью на откуп рынку. И та же прокуратура, установив, что магазины накручивают на мясо и муку почти 60% первоначальной цены, могут лишь пригрозить бизнесу пальцем, а правительство вправе только просить бизнес не гнаться за сверхприбылью. Не случайно федеральные законодатели всерьез задумываются о том, чтобы остановить государственный контроль над ценами на социально значимые продукты. А именно установить лимиты повышения стоимости. Меньше всего этому рады как раз торговые сети. Их маржа по замыслу депутатов должна составить всего 15%. Елена Крылова, Станислав Колчинаев, Дмитрий Кузнецов. Вести, Хакасия. События недели. Добавим, не все сети готовы заморозить свои цены. Так, если в Поляне обдумывают это предложение, в Командоре заявили, что не считают это необходимым. Тем временем в Госдуме думают о том, чтобы урезать зарплату депутатам, а в Белом доме решили сократить штат и расходы на содержание аппарата. Правительство Хакасии не отстает от федеральных коллег и также задумалось об экономии. Конкретные цифры пока не озвучиваются, но первые шаги сделаны. Я почему сегодня это делаю так демонстративно, коллеги? Спасибо большое. Я его подпишу. Если оно все в дело. Постановление с этого дня начинает работать. По решению Виктора Зимина в составе Кабинета министров создано государственное казенное учреждение по формированию и сопровождению единого госзаказа. Появление новой единицы совсем не означает раздувание штатов правительства. Напротив, оно создано как раз для того, чтобы сократить бюджетные расходы Хакасии. Я обращаюсь сегодня к министрам, к коллеге, к заместителям. Даже не выдумывайте себе проблемы. Все молча в течение полугодия планово переходят с реализацией всех услуг, то есть услугу будет нести это подразделение по оказанию проведению торгов того или иного рода или характера. Стройки, медоборудование, лекарства, продукты. Сегодня на госзаказ уходит около 1 200 000 000 рублей. Предполагается, что единая служба позволит сократить эти расходы на четверть. Неизбежное последствие любой оптимизации – увольнение. В каждом ведомстве были специалисты по госзаказу. Теперь кто-то из них останется без работы. Нет никакой информации по ситуации в Верховном Совете, но, скорее всего, это дело времени. Да и кто-то из депутатов вообще уверен – сокращать расходы власти некуда. Хакасия по этому показателю одна на самом низком уровне среди всех 85 субъектов Российской Федерации. Так на всякий случай. Никогда не интересовались? Я вам сообщу о том, что, например, законодательное собрание Красноярского края обходится более чем в 1 000 000 000 на всякий случай для бюджета Красноярского края. Ну, сравните наши, там, я не знаю, чуть менее 100 миллионов и так далее. Тем не менее, местные власти будут обязаны поддерживать тренд, задаваемый на федеральном уровне. А там планируют урезать расходы на командировки, премиальные, выплаты за совмещение должностей, за работу с секретными документами и прочие вознаграждения по службе. Главное для государства – сохранить стабильность и социальные гарантии населению. И ради этого чиновники и депутаты готовы, а главное – в состоянии пожертвовать своим карманом. Как может быть изворотлив и хитер человек, не желающий отвечать по закону, увидели участники громкого процесса по делу об аварии, в которой погибли супруги Спиренкины. Владелец джипа с фальшивым пропуском от управ делами президента, бывший юрист налоговой Алексей Лебедев, был осужден на 6 лет колонии. Однако виновник ДТП считает наказание слишком суровым и оспорил приговор в Верховном суде Хакасии. Более того, он заявил, что в случившейся трагедии отчасти виноваты сами погибшие. На заседании присутствовал наш корреспондент Константин Кравцов.
В зале обвиненный Лебедев присутствует лишь виртуально, по видеосвязи из следственного изолятора. В ноябре Усть-Абаканский суд назначил наказание 5 лет, 11 месяцев общего режима. Следствие установило, что Лебедев в состоянии тяжелого опьянения устроил автоаварию, в которой погибли супруги Спиренкины. После приговора посыпались жалобы. Для Лебедева решение слишком суровое, для пострадавших слишком мягкое. Доказательства, представленные стороной обвинения, свидетельствуют об отрицательной характеристике личности осужденного, его хитрости, изворотливости и беспринципности, что при установленной склонности к употреблению спиртных напитков требует суровной уголовно-правовой оценки и меры наказания. Так или иначе, сегодня при рассмотрении апелляции было видно, что бывший юрист налоговой во всеоружии. Лебедев умело оперирует фактами в свою пользу, цепляясь за каждую мелочь, при этом однозначно указывает на предвзятость суда и следствия. Хотелось бы заметить, что отягчающих обстоятельств в материалах настоящего уголовного дела не входит предварительного следствия, не в ходе судебного разбирательства, ни на стадии даже апелляционного разбирательства, ни прокуратурой, ни кем-либо иным не выявлено и не указано о том, что они имели место быть. Адвокат Лебедева настаивает, он достоин меньшего наказания, ведь и вину свою признал, хоть то, как выпивал и садился за руль, не помнит, да и родственникам погибших выплачивал компенсации, а если смягчить решение, поможет деньгами еще. Прошу снизить Лебедева наказание, смягчить режим содержания с общего на колонию поселения. Соответственно, находясь в колонии поселения, он сможет работать, получать определенные денежные средства, которые направлять на вот именно погашение причиненного им ущерба. Слушая доводы сторон и глядя на слезы дочери погибших Спиренкиных, становится ясно – деньгами горю не поможешь. Илона еще в ноябре заявила – 5 лет 11 месяцев – очень мало для убийцы ее родителей. Его метания по поводу уменьшения срока, по поводу его оправдания, изложенные им в дополнениях к его апелляционной жалобе, лишь подчеркивают его беспринципность, его наглость. Считаю, что он опасен для общества. Так или иначе, решение суда сегодня – оставить приговор без изменений. В этой истории с одной стороны обвиненный, юрист по образованию, тонко владеющий нормами права Алексей Лебедев. С другой стороны, две дочери, вмиг лишившиеся двух родителей, для которых суровое наказание для виновника аварии – дело чести. Стоит полагать, что сегодняшнее решение судьи будет обжаловано в ближайшее время. И стоит полагать, что обеими сторонами судебных баталий. Константин Кравцов, Станислав Колчинаев. Вести Хакасия. События недели. Мы продолжаем рассказ о героях Победы, и сегодня слово возьмет участник войны из Усть-Абакана Виктор Георгиевич Ефремов. На войне он служил авиамехаником, и от него в том числе зависело, поднимется ли в воздух боевой самолет. Итак, слушаем ветерана. Первый день войны я достал в Урале. Свердловская область, город Кушва. И я за 15 километров скакал, чтобы троих срочно в военкомат вызывали. Отца моего и еще двоих. 15 километров туда, 15 обратно. Я в 42-м году в Калинах, значит, Васильковская военная школа авиамехаников. Учились мы на самолетах П-2 петляковых, пикирующие бомбардировщики. И вот я чертил схемы. По ним учились летный состав и технический состав. Мы стояли еще в Калиновке, а самолеты, значит, прилетали немецкие ровно пол второго ночи. Они как это, пунктуально прилетали каждую ночь. И мобили они Казатин, Фастов, узловые железные станции. Рядом с нами стоял полк женский зенитчиков. Немецкие самолеты заходят, вешают эти савы, светящиеся бомбы, и видно, как днем. И он медленно на парашюте падает и все освещает. Так вот бомбили нас этим зажигалками. Вот мы бегали, значит, их тушили, ну, ведро с песком, с этим, с водой. А в одном самолете, значит, где-то миллиметра три не догорело до бензобака. Они полностью заправлены были. Так вот счастье, то все три взорвались, там взрыв был. Вот тогда напугались.
1943 году попал на машину командира полка. Он герой Советского Союза, полковник Драгомирецкий Владимир. Для справки. В марте 1944 года в составе корпуса образован 337-й бомбардировочный авиаполк дальнего действия. Его командиром назначен майор Драгомирецкий Владимир Порфирьевич. Командир полка майор Драгомирецкий к 10 октября 1944 года совершил 212 боевых вылетов на воздушную разведку и бомбардировку железнодорожных узлов и военных объектов в глубоком тылу противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1944 года командиру 337-го бомбардировочного авиаполка дальнего действия 5-й отдельной гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии Московского военного округа майору Драгомирецкому Владимиру Порфирьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Мы свое дело делали. На самолет надо же его тоже приготовить. Командир же летал. Уже чувствуешь свой самолет. Как он летит уже, как это двигатель работает. Готовили к вылету. Ну и заправляли пулеметами. Вот. Потом, значит, пушка впереди одна была, туда снаряды. Ну и подвешивали бомбы, помогали вооруженникам. Вечером вылетали самолеты, утром возвращались. Где-то самолеты часов 8-7 были в воздухе. Скорость 480 километров. Вот летали, например, с Румынии даже вот этот. В Венгрию, в Югославию, к партизанам возили, значит, это вооружение, приводят продукты. В Румынии нам вручали гвардейское знамя нашему полку. Прямо на аэродроме выстрелили весь полк. У нас был 337-й полк, просто авиационный полк дальних действий. А когда знамя вручали, уже переименовали 251-й гвардейский. Но потом еще красное знамя получили за то, что боевые вылеты делали и в Югославию летали, ну и бомбили. Когда организовывали мы полк, приезжала Русланова и Михайлов, это бас был. Вот они, значит, вдвоем дуэтом пели и отдельно. Ну а ты же валенки, до сих пор помню, как она пела. Прекрасно пела. Ну, на самолетах кто вверху, кто где размещался, чтобы только слушать. Помост сделали, на помосте они выступали. Я уже во время войны за боевые заслуги получил. Это уже в Венгрии, в Будапеште. День Победы. Ночью проснулся, слышу стрельба. Ночью, в 2 часа ночи. Ну, слышно, когда на самолете целую очередь дают это такие крупнокалиберные пулеметы. Вот. Я старшину бужу. Старшина, вставай, говорю, это, наверное, на аэродром напали. Он услышал, сразу быстро соскочил, побежал в штаб. Прибежал со штаба, прибежал, ребята, война кончилась, победа. Ну, тут что-то все пососкакивали, похватали свое оружие и на улице давай палить. Тут и пляски, и песни, и все сразу. Так что это такие радостные все были, обнимались, и все так. И слезы, и все было. В эфире «Вести Хакасия. События недели», и мы продолжаем. Проект по налаживанию производства хакасской баранины набирает обороты. На минувшей неделе в Абакане побывали кураторы проекта из Москвы, которые объявили о новых нюансах в деле продвижения нашего продукта в столичные рестораны. Итак, теперь проект называется не «Хакасская баранина», а «Хакасская ягнятина». Так он более точно отражает то, что сойдет с конвейера будущего завода. Во-вторых, уже начата работа по проектированию предприятия. Обо всем этом мы поговорили с представителями компании-проектировщика и Федерации рестораторов России. Здравствуйте, я приветствую гостей в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, и первый вопрос, Иван, будет к вам. Вы у нас уже довольно частый гость, снова у нас в Абакане находитесь. На каком этапе сейчас проект «Хакасская баранина»? Определен основной наш партнер с точки зрения проектирования технологии предприятия, потому что это самое главное на заводе по переработке. Это
достаточно известная немецкая компания Банц, всемирно известная, один из крупнейших проектировщиков подобного рода предприятий по миру. Второе, мы на сегодняшний момент приступили к созданию производственного стандарта. Что имеется в виду? Речь идет о том, что впервые в России, именно в Хакасии, будет создан производственный стандарт, та документация, которая рассказывает о полном цикле производства животных, овец, баранов, ягнят, который является неотъемлемой частью нашего договора с производителями сельхозпродукции. То есть в других регионах этого стандарта нет? Нет, такие стандарты есть только международные. На сегодняшний момент такой стандарт есть и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Великобритании, и в Исландии. То есть в тех странах, которые серьезно занимаются бараниной на международном уровне. В России, как мы знаем, существуют ГОСТы, да? Но это такая маленькая часть той необходимой информации, которая на самом деле нужна для того, чтобы получать мирового уровня продукцию. Вопрос к Владимиру. Вы представляете компанию, которая будет разрабатывать проект будущего предприятия. Вот расскажите, что это будет завод и в чем его уникальность? Этот завод будет уникальным по своему оснащению, по своей реализации, и он будет первым в нашей стране. Опыт реализации таких проектов с нуля в нашей компании существует полностью, все проекты доведены до конца. Уникальность завода в том, что мы приносим новые технологии на предприятие для того, чтобы продлить жизнь данного продукта, потому что мясо – это специфический сам по себе продукт, и с ним нужно успевать работать. А для того, чтобы реализовать мясо, нужно увеличить срок годности готового продукта, потому что мы этот бренд хотим по всей стране распространить. Мы понимаем и формат упаковки, основной это будет вакуумная упаковка продукции. Мы понимаем прекрасно, что ягнятину и баранину будем разделывать приблизительно на 25-30 кусков, да, это будет вакуумная упаковка, это будет срок хранения от 21 дня без применения каких-либо консервантов и добавок, и газомодифицированных смесей и так далее. Это совершенно такой мировой уровень. Со своей стороны тоже очень хотим развеять некоторые мифы, которые сложились уже вокруг этого предприятия, то есть мы неоднократно слышим это здесь, о том, что москвичи, премиальные куски, которые мы будем забирать, а все остальное остается здесь. Нет, ничего подобного. Как раз цель из функции и смысл предприятия заключается в том, чтобы разбирать барана целиком здесь, да, правильным образом упаковывать все составляющие, все его части и полностью продавать. Говорится все очень хорошо, но, как вы понимаете, действительно, это все широко обсуждается, начиная с прошлого года. И самое главное, люди не верят, что у нас такой завод может появиться. Насколько я знаю, даже в новогоднем своем послании, обращении, Виктор Михайлович, глава региона, достаточно определенно сказал все, что касается даже сроков реализации этого проекта. И нет смысла не верить главе региона. Да, проект движется очень быстрыми темпами на самом деле. Большое количество процессов идут на сегодняшний момент в параллель. И все нацелены на ту дату, которая обозначена главой региона. Какие специалисты будут там работать? Вообще общий планируемый коллектив предприятия, да, это где-то в районе 85 человек. На сегодняшний момент это тоже уже известно, но эта цифра еще будет корректироваться, поскольку еще идет процесс проектирования и разработки предприятия. Приблизительно. Автоматизация процессов, она очень сильно влияет на количество производственного персонала. И на его качество. На его качество, соответственно, да, полностью с вами согласен. Но есть много «но». Например, мы хотим оставить какие-то исконно ваши традиции по забою баранов Республики Хакасия. То есть это преимущественно, допустим, какой-то ручной труд. Но основное производство – это, естественно, конвейерная система, это вакуумные машины для упаковки, то есть которые снижают количество производственного персонала на единицу времени, как бы увеличивают производительность. Основная задача проекта, его суть, да, и суть этой идеи как раз заключается в следующем. Предприятие нацелено на работу с самым широким спектром производителей баранины в регионе. От совсем небольших производителей, фактически семей, да, средних производителей, крупных производителей. Все они могут через какое-то время начинать работать с предприятием. В этом смысл, да, как потребка операции на новом витке, по сути. Эффект от этого предприятия должны почувствовать, по большому счету, десятки тысяч семей, да, которые занимаются сегодня сельскохозяйственным производством. Может быть, даже большое количество семей, которые захотят для себя открыть заново эту тему, да, и в соответствии с определенными требованиями производить овец. Ну, как вы думаете, возможности Хакасии, возможности наших фермеров хватит на то, чтобы обеспечивать этот завод постоянной загрузкой, чтобы он действительно работал стабильно и всегда поставлял продукцию?
Специфик этого предприятия и отчасти его мировая уникальность и в том, что существует пик основной производственный. Да? То, что касается сезона хакасской ягнятины. Безусловно, это сентябрь, октябрь, ноябрь и часть декабря. Мощность предприятия рассчитана на сегодняшний момент на переработку 250 тысяч голов. Именно в этот короткий промежуток времени. Правильно, да? Все остальное время предприятие также планируется к функционированию, но уже в другом режиме. Есть премиальные части, есть части, которые все равно остаются после разделки. И мы их отнесли в second сегмент, так называемый. Этот сегмент будет рассчитан на рядового потребителя для того, чтобы простая домохозяйка могла прийти в магазин и купить для себя упакованную под вакуум баранину по приемлемой Очень цене. Очень высокого качества, да, и совершенно по приемлемой стоимости. А какая стоимость будет хакасской баранины, на ваш взгляд? Вот сейчас как раз тот самый момент времени, да, когда очень сложно говорить о ценах, да, потому что все действительно очень сильно поменялось по отношению к прошлому году. Экономические сложности, которые сейчас есть у нас в стране, они не повлияли на этот проект или все-таки как-то корректируют его? Ну, вы знаете, как бы вообще всегда наоборот, когда существует такая кризисная ситуация, надо заниматься созданием собственного продукта. В первую очередь, да. То есть было очень много импортных вещей, импортной составляющей продуктовой. Сегодня мощный вектор в государстве направлен на создание собственных продуктов. И поэтому отношение к этому проекту, на самом деле, он стал еще более своевременным. Конечно, рынок Москвы очень сильно поменялся за эти последние месяцы. Конечно, доля продаж новозеландской баранины, ягнятины, австралийской, как бы она уменьшилась. Можно только предполагать, насколько, да, потому что от месяца к месяцу это разное, на 20%, на 30%. Также очень выросла стоимость по импортным продуктам. Да. Но мы находимся на сегодняшний момент в полной уверенности относительно сбыта и на московском рынке, потому что то соотношение цена-качество, которое получится здесь в результате работы этого предприятия, оно будет на самом высоком уровне. Я желаю, чтобы ваш проект действительно был успешным, и мы получили этот завод, и фермеры смогли на него работать. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо, спасибо большое. В Хакасии официально открылся год литературы. Торжественная церемония состоялась в среду на крыльце драмтеатра. Гвоздем программы стала презентация «Библиомобиля» – этакой библиотеки на колесах, которая сама будет доставлять книги к читателям по всей республике. В фонде «Библиомобиля» более 2000 книг. Часть литературы будет выдаваться читателям домой. Ценные экземпляры доступны только в читальном зале. Передвижная библиотека оборудована по последнему слову техники. В ней есть ноутбуки, планшеты и доступ в интернет. Всего в год литературы власти планируют провести сотни мероприятий и все для того, чтобы привлечь население к чтению книг. Еще одна немаловажная задача – развитие своей местной литературы. Чтобы сподвигнуть авторов на творческие подвиги, Минкульт объявил конкурс на лучшие произведения. Победители получат денежные премии. Уже больше 10 лет Хакасию и Красноярский край связывает Братский мост. Сооружение в техническом плане не грандиозное, но его социально-экономическое значение для двух соседних регионов переоценить трудно. Олеся Калиниченко решила вспомнить историю вопроса. Братский мост, 352 метра над Енисеем. Сегодня уже трудно представить, что в конце 90-х здесь были нетронутые высокие скалистые берега и ни намека на переправу. Идея навести мосты между двумя соседними регионами принадлежит братьям Алексею и Александру Лебедям. Проект долго отлеживался в московских кабинетах, и только личное участие двух губернаторов сдвинуло дело с мертвой точки. В 1999 году на хакасской стороне появились первые строители. С точки зрения инженерной конструкции, это стандартная, обычная балочная схема моста. Ничего особенного в нем нету. Хотя в качестве вариантного проектирования, в качестве одного из вариантов при вариантном проектировании был предложен висячий мост. Но от него отказались в тот момент из-за дороговизны. Строительство Братского моста обошлось бюджету в 420 миллионов рублей, плюс полмиллиарда на строительство прилегающей к нему автодороги. Сумма по тем временам огромная, но затраты себя оправдали. Мост и объездной путь имеют огромное социально-экономическое значение для трех регионов – Хакасии, Юго-Красноярского края и Тувы. Александр Колбасов – известный в республике фотограф. Ему посчастливилось снимать строительство Братского моста от начала до самого конца. За время работы набралось немало снимков и впечатлений. Самая такая трагичная, наверное, ситуация была, когда вот этот пролет надвигали над Енисеем, и когда он завис примерно наполовину, поднялся ураган.
насколько я помню, ну, метров 30 это было, ветер был сильнейший. И представляете, вот тут народ, крановщики, стропольщики там, да и просто рабочие, да и мы стояли, смотрели, что делать. Или обратно ее тащить, это проблема, надвигать дальше, а вдруг упадет. Пролет, конечно, не упал, и два берега успешно соединились во многом благодаря профессионализму специалистов мостоотряда 91. Сегодня по данной транспортной артерии ежедневно проходят сотни машин. Если представить, что весь этот поток пойдет через Абакан и старый железнодорожный мост в районе Подсинева, многокилометровые заторы стали бы неизбежными. И хотя сами строители считают свое детище надежной, но стандартной конструкцией, особенность и приставка «самый» у Братского моста все же существует. Он не самый длинный, но он самый высокий, скажем так. Из-за того, что Енисей в этом месте скалами стеснен, зажат, и берега очень высокие. Поэтому хоть там и выемку сделали на 14 метров, но тем не менее высота моста больше 20 метров оказалась. Значительная, да. Поэтому с непривычки, когда первый раз туда подошел, к краю проезжей части, еще перил не было, и вниз глянул, то вот она, бездна, смотрит на тебя, пожалуйста. Однако для народной любви технические параметры оказались совершенно не важны. Братский мост практически с момента открытия стал местом паломничества для молодоженов. Считается доброй традицией повесить на правом берегу замочек на крепкую семейную жизнь. Ключи от счастья доверяют на хранение Енисею. Судя по количеству замков, старых и новых, примета работает. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, «Вести», Хакасия. События недели. На этом у меня все. Нашу программу также можно посмотреть на сайте вестихакасия.рф. Я желаю вам приятного окончания выходных, и пусть новая неделя принесет только позитивные перемены. С началом весны вас, уважаемые телезрители. Всего доброго.